12 операций. Искусственный позвоночник один. Имплантанты. Слушайте, тебе ходить нельзя, Плющенко. Бессовестный человек. И смотрите, что делает. Заговор. Специально пропускает мировое первенство, чтобы была только одна квота на Олимпийские игры. А мафия, которая тусуется в Федерации фигурного катания, пошлет только его, Плющенко. Поэтому Максима Ковтуна в сторону, а этот инвалид опозорил нас с вами. Фракция ЛДПР не намерена мириться с существующим положением дел и готова взяться за наведение порядка в российском спорте. И Владимир Жириновский выступил сразу с тремя инициативами. Первое – это запретить спортсменам выступать более двух раз на Олимпийских играх. И по мысли Жириновского это обеспечит ротацию олимпийских кадров. Вторая инициатива – усилить ответственность спортивных медиков. По мысли Владимира Вольфовича, даже если есть малейшая травма, спортсмен не имеет права выйти на соревнования без медицинского заключения. И, наконец, третья инициатива – это отправить в отставку президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.